Beauty Goals. Команда Vogue. Давайте представим, среднестатистическая семья в обычном городе, утро, старенький с той ноги. О, жена, яичницу пожарила. Какая яичница? Как ты мне вообще уже достал? Подарков не даришь, ты же нормальной посуды дома нет. Яичница и так подгорела. Иди бери пульт, смотри свой телевизор и ешь свою подгоревшую яичницу. Женщина, что с них взять? Так, посмотрим, передачи. В эфире «Древний мир». Раньше, чтобы впечатлить женщину, нужно было преодолеть много трудностей и изрядно потрудиться. Давайте посмотрим, как это будет. Ай! Настырные какие-то! А, прикольненько. Меня зовут Гай. А это ремень. Повар, собеседник, навигатор. А еще он держит мои штаны. По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже? Это что? Это кожа крокодила? Он подарил кожу крокодила, и она выбрала его? Мне нужна кожа крокодила. Добрый день. Рад приветствовать нас. Как тебя зовут? Горючев, да. Я посмотрел передачу. Какую же передачу вы посмотрели? Дикая природа. Это не важно. Кожа дракона. Кожа дракона. Ну, в крайнем случае, крокодила. У меня есть что вам предложить. Больше вам не нужно убивать. У нас була не хватает. Говорил я этому охотнику, купи себе валенки. А он что? Посмотрите на этот дизайн. То, что надо. Вопрос. Яичница не подбирает. Вы что? Это же рондл. Профессионалы рекомендуют. Итак, к чему мы пришли? Жена, говорила, я не дарю тебе роскошные подарки. И что ты мне принес? Ты говорил, что наша яичница подгорает. И? Рёндл. Профессиональная немецкая посуда Рёндл создана для удобства и комфорта приготовления. Ты знаешь, что это профессионалы рекомендуют? Не знала, теперь буду знать. А яичница не подгорит? Ты думаешь о том же, о чем я? Конечно. Мы увидели, повадки мужчины и женщины не изменились, так же, как и неизменно высокое качество продукции Рёндл. Профессионалы рекомендуют Рёндл.